Как ведут себя добрые люди? Какие поступки совершают? Они моют посуду, несут бабушке какой-то сумки тяжелые. Целуют. Помогают. Мне не хочется на зверей. Если кто-то упал, помочь ему встать. Ведут прилично. Ну, делича. Ну, что поезжи делают? Помогают, если в беде. Ты добрый? Что доброго делаешь для родителей и друзей? Я маме помогаю подавать. Я с ними играю и соглашаюсь все для них делать. Белье стираю. Белье развешиваю. Ну, достать что-то. Я убираю игрушки. Если у них что-то не получилось, я им помогаю. Я помогаю Серафиму делать графический диктант. Я им помогаю встать из кровати, когда некоторые разбудили других. Как выглядит злой человек? Что плохого он делает? Он не делится. Еще он не моет посуду. Еще он всегда грязный и грустный. Ведет, чтоб он заболел. Они не помогают никому. Они просто так жрят. То убивают животных. Бьют, ругаются. Могут ставить подножку. Ну, например, толкаются. Злые люди не слушаются. Почему злой человек стал таким? Кто-то его обидел. Например, в нему голову пришло, что он увидел, что подумал, что злым это стать хорошо. Поссорились. Может, ему кто-то тоже разозлил? С ним перестали делиться.